Ja, es tut mir heute, das Ergebnis tut mir heute etwas leid für die Mannschaft. Сегодня из-за результата мне в какой-то степени жалко команду. Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht über 75 Minuten. Сегодня на протяжении 75 минут команда показывала хороший футбол. Haben uns da aber nicht belohnt. Мы, к сожалению, не смогли реализовать свои шансы. Waren sehr dominant. Но команда доминировала. Aber zum Schluss halt zählen die Tore beim Fußball. Ну, как вы знаете, в конце концов, в футболе решают голы, количество голов. Trotzdem habe ich der Mannschaft heute gesagt, но тем не менее, я сказал сегодня своей команде, dass wir auf einem richtigen Weg jetzt sind, что мы двигаемся в правильном направлении. Und wir genau auf diesem Weg auch weitergehen werden. И я уверен, что мы дойдем до конца этого пути. So gilt es, dieses Spiel schnell abzuhaken, weil wir am Montag schon das nächste Spiel haben. Сейчас надо как можно быстрее забыть игру, потому что с завтрашнего дня мы будем начинать свою подготовку к предстоящему матчу, к следующему, к следующей игре. Игра была непростая, но мы выглядели очень хорошо, особенно первый тайм. Я думаю, не хватило реализации. Если бы мы забили быстрый гол, игра бы пошла по-другому. Но это только вторая игра под руководством Маркуса. И я думаю, что дальше мы будем еще лучше и будем постоянно выигрывать. По большому счету, играла команда здорово и хорошо прессинговала, но показалось, что последние 15 минут просто сил уже не хватило вести такую же интенсивную игру, как предыдущие минуты. Вы согласны со мной или нет? Если нет, то аргументируйте, пожалуйста. Я думаю, что была очень непростая игра, и в таких играх все решает микромоменты. И в том эпизоде, в каком-то моменте просто не успели прессинговать, и из этого вышел гол. Но я бы не сказал, что не хватало сил играть еще все 90 минут. Все физически готовы. Ну, я думаю, момент с голом. Это был и поворотный момент. И мы начали уже прессинговать. Ну, мы начали уже выходить со своих позиций и все время играть на атаку. И уже последние 5-10 минут Тин начал уже играть чуть ли не нападающего. Все время подключался и Бара тоже. Мы уже выкладывали все силы, чтобы отыграться. Как и ранее, как и до этой игры, шансы есть. Конечно, мы осложнили себе жизнь после сегодняшнего поражения. Trotz alledem werden wir alles investieren. В любом случае, хочу заверить, что мы приложим все усилия, dass wir unsere Position in der Euroleague noch verbessern. Чтобы улучшить свои позиции в группе, в Еврогруппе. Перед матчем Маркус Гейзош назвал Фатиха Терема тренером Лисом. Вот. И как он все-таки оценивает сегодняшнюю игру под руководством Фатиха Терема? То есть как бы, первый вопрос. И второй вопрос. Был какой-то диалог между Маркусом Гейзошем и Фатихом Теремом после матча? Да. Можно ли сказать какие-то детали? Мы коротко обменялись мнениями после игры. Совсем коротко. Wie es unter Trainerkollegen auch üblich ist. Как это обычно принято между тренерами, между коллегами. Ich habe großen Respekt vor ihm und seiner Leistung bisher. И у меня перед ним большое уважение, перед ним и перед тем футболом, который показывает его команда. Und es war ein guter Austausch. И это был хороший, такой позитивный, плодотворный обмен тренерскими мнениями. Trotzdem, тем не менее, haben wir den Gegner heute gut im Griff gehabt. Сегодня мы держали соперника под контролем. Und ich bin mir sicher, wenn wir das erste Tor schießen, gewinnen wir das Spiel. И я уверен, если бы нам удалось забить первый гол, мы бы выиграли эту игру. Aber es sollte heute dann noch nicht sein. Но сегодня, к сожалению, судьба так не распорядилась. Почему команда сегодня не нанесла ни одного удара в створ? Можно ли говорить о каком-то кризисе в нападении? Wir haben zwar geschossen aufs Tor, das ist richtig, aber das Tor nicht getroffen. Wir haben nicht aufs Tor geschossen, aber Torschüsse haben wir abgegeben. Я немножко не согласен. Были удары по воротам. Единственное, что нам не удалось нанести удар в створ ворот. Подали ворота, да. Im letzten Spiel haben wir zwei Tore gemacht. В предыдущей игре мы забили два гола. Heute hat der Gegner auch gut verteidigt. Сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Und es hat nicht gefehlt für einen Torerfolg. И нам немножко не хватило к тому, чтобы забить гол и праздновать гол.
течение практически всего матча команда играла в одном составе, тогда как соперник, поменяв практически всю команду, смог добавить в концовке и забить гол. Объясните, почему при такой интенсивной игре вы не делали ни одной замены, и когда ее сделали, то поменяли просто по позиции Рыбусона и Живогадова, когда требовалось усилить атаку? Спасибо. Weil wir momentan nicht die Möglichkeit haben, so viele Spieler wie der Gegner heute. Ich habe ihn heute beneidet. Ich habe den Gegner heute beneidet. Могу сказать, что сегодня у меня даже как-то, как это сказать, белая зависть к сопернику, потому что, к сожалению, у нас нету столько сил, сколько было у наших соперников, чтобы бросить в игру и освежить, усилить игру. Er hat vier Spieler einwechseln können in der Offensive. Ему удалось поменять очень многих игроков в нападении, освежить свою игру. Und wir haben aktuell durch unsere Verletzungsprobleme, Anjurin, Kamano und so weiter, einfach Probleme. Как вы знаете, у нас большие проблемы в нашем лазарете, у нас травмированные игроки и особенно игроки нападения, вы знаете, что и Анжарин, и Франсуа Камано. So hatte ich heute keinen Stürmer auf der Bank. Поэтому у меня сегодня на моей скамейке не было выбора, у меня не было ни одного нападающего на скамейке запасных. Вы сказали про Анжурина и Камано, что их сегодня не было. А сколько займет их восстановление и в какой момент они травмировались? Кого не было, ребят? Камано. Ja, ich habe Hoffnung bei Анжурин. Что касается Анжурина, надеюсь. Dass er bald wieder zum Kader stoßen kann und wenigstens ein paar Minuten spielen kann. Что он скоро поможет нам выйдет в игре и минимум сможет сыграть несколько минут уже в ближайшее время. Bei Kamano ist es momentan noch nicht absehbar. То, что касается Камано, сейчас я пока не мог бы сделать более точных прогнозов. Можно, пожалуйста, оценить Галатасарай в мысли физическая сила. Как вы ожидали и как вы нашли Галатасарай? Ich glaube, dass wir auf gleichem Level heute waren. Я думаю, что мы сегодня две команды были на одном уровне. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Gegner dann einfach auch nochmal frische Kräfte bringen konnte. До того момента, как нашему сопернику удалось освежить игру, у них была возможность освежить игру, бросить новые силы в топку. Aber insgesamt hat meine Mannschaft das heute wirklich ganz gut gemacht. Sehr gut gemacht. Но сегодня моя команда здорово играла, физически ничем не уступали. Sehr viel gelaufen, sehr viel gearbeitet. Очень много работы, очень много беговой работы было проделано. Bälle früh gewonnen. Очень на раннем этапе мы отбирали мяч. Nur sich nicht belohnt. Но, к сожалению, мы не добились позитивного результата.